Всем привет, с вами Исханоба Гейминг и игра... Я опять забыл, как называется. Да и ладно, фигня, короче, это все. Сегодня сейчас у нас третье видео по этой игре. И боюсь, оно будет либо последним, либо предпоследним. Несмотря на то, что до конца бета-теста еще минимум 2 дня, то есть все 3, не ошибаюсь, играть в нее дальше я уже не смогу, так по ряду причин, так все-таки работа и другие дела. Поэтому в сегодняшнем видео я, наверное, сейчас не буду больше продвигаться по сюжету или еще что-нибудь такое выполнять, а может и буду продвигаться по сюжету, пока еще неизвестно, что там будет дальше. Но как в том, что, наверное, я большую часть буду удивлять внимание именно самой игре, буду ознакомляться с ней, смотреть, что здесь есть. В общем, не буду особо куда-то торопиться идти, просто буду бродить по карте, посмотрим, что здесь есть, чем она такая интересная и вообще стоит ли в нее играть в дальнейшем при релизе. Ладно, так, это у нас кто? Это у нас игрок по-любому. А у нас что? Война призраков. PvP. Не в PvP. PvP мне по-любому не интересно. Я этим точно заниматься не буду. А у нас тоже игрок. Он тоже игрок. Тут магазин какой-то есть. Не, погодите с магазином. Давайте сначала разберемся все-таки более подробно вот с этими заданиями всякими и прочей фигней. Война призраков. Нет, это мне не интересно. Тактическая карта. Ну тут, думаю, нечего смотреть. Это у нас спецзадачи. Вот с этими спецзадачами я все-таки до сих пор разобраться не могу. Сейчас вот тут у нас находится задание. Так? Так, вот дополнительное задание, которое я взял у этого главы этого поселения. Вот это вот, почему такое оно не выделяется? Почему оно такое серое? Джей Скелл, исполнительный директор Скелтек. Кол Ди Окер, команда Волков. Непонятно. Вот это сюжетное задание у нас. Ну давай, как оно выделяется, выбирается? Падение ров, да, я понял. Ну это уже выполнено задание, получается, так что ли? Будто контрабандиста, выхода нет. Найти способ выбраться с острова. Ладно. Так. Вот с этим вот что делать? Спецоперации у нас, да, это у нас какие-то. Вот спецоперации. Здесь как их выбрать? А, это PFP у нас спецоперации, да? Это у нас именно PFP, да? А вот с этим что? Вот это серого цвета, это... Получается, я пока выбрать не могу, что ли? Кто это такая? Джерико. Гражданский инженер. Задание фракции. А здесь что у нас? Здесь вот не могу выбрать. Вот это боевые награды. Что за боевые награды? Осталось дней 87. Достижение за день. Так, вот это вот это, что означает? За помощь с общиной вы получите эксклюзивные награды. Чтобы открыть очередной набор наград, вам понадобятся боевые очки. В каждом сезоне доступно 50 наград. Наборов наград. По сезону, значит. Ну, как в королевских битвах различных. Понятно. Забота о безопасности. 8 заданий фракции. Опа, вот они, эти задания фракции, что ли? А что у меня за фракции? Поселенцы. Эти люди приплыли сюда после того, как архипелаг был брошен американским военным в 90-е. Они хотели жить в тихом месте. Этим фермерам, охотникам и рестлинникам не было места в мире 2.0. Что за мир 2.0? Когда было введено военное положение, большинство поселенцев последовали за своим негласным лидером, Мэтсом Шульцем, безопасный Эдген. Забота о безопасности. Глава 1. Нарушая правила. Sentinel останавливает дорожные заграждения, постепенно приближается к Эдгену. Их нужно остановить. Поселенцы хотят уберечь свои семьи. Им нужно припасы и защита от патрулей Sentinel. Сброс ежедневного испытания через 4 часа?
Так, это значит, вот эти задания нужно... А как выбрать? А, я... Заменить? Давай попробуем заменить вот это. Вот это задание заменить попробуем. И посмотрим, что у нас там будет дальше. Так, где у нас карта? Где это у нас задание? Ва, вот это, да, получается задание? Надо вот сюда двигаться. Ну и тут далеко идти. Наверное, еще получается не буду пока найти отвлекаться или что. Или все-таки сбегать туда. Не, не буду. Вот же у меня ближайшее задание. Будем по ближайшим заданиям ходить. Постсюжетное, да? Ладно, тогда значит более-менее понятно. Тут ежедневки еще есть. А это на что? База данных. Вот это Мария не выбирается никак. Коллекционные предметы. Что такое? А, коллекционный предмет. По всему архипелагу Аурова раскиданы коллекционные предметы. Они помогут вам узнать больше о событиях на островах. Задатки позволят вам ответить на вопросы в теме операция Гринстоун. Досье и находки дают вам информацию о персонажах и объектах игры. Сокровища дают подсказки для нахождения особых наград на Аурова. Вот оно как здесь. Вот это у нас... Собирайте разведданные для получения информации об оружии. Закрепите любой чертеж, чтобы узнать, где его найти. Внесите чертеж Марии Вэдген и купите оружие с подходящим вам уровнем снаряжения. А у меня, кстати, есть какие-то чертежи, да? Модификации. Соберите разведданные для получения информации о модификациях. Закрепите любую модификацию, чтобы знать, где ее найти. Расследование. На этой странице перечислены все неразгаданные тайны вашей операции. Выполняйте задание, исследуйте остров, чтобы находить зацепки и разгадывать тайны. Когда все зацепки будут собраны, можно будет разгадать тайны. У меня, судя по всему, никакие зацепки нету, да? Ну ладно. Ладно, тогда так. Все никак не просто, а? Ну здесь у нас, так понимаю, нет ничего интересного. Навыки. Вот, у меня 10 очков навыков есть. Надо бы разобраться, наверное, с навыками с этим. Так, это у нас что? Выберите дополнительное умение, чтобы усилить. Так, надо будет это, наверное, выбрать. Хотя я вообще с этим умением еще ни с одним не разобрался. Давайте вот это тогда. Подойдет. Что это тоже? Ну-ка, погоди, где у нас рюкзак? Вот, все три открыты, да? Но я пока ничего не могу выбрать, потому что у меня еще другие навыки не выбраны. Ладно. В том случае, так, вот это у нас пассивная способность. Здесь с этим ничего делать не надо. Вот это у нас на Z. Надо будет потом испытать все-таки как-нибудь. Парашют, по-любому парашют надо мне. Я так думаю. По-любому пригодится. Давайте-ка его. А, это пассивная способность, что ли? Да. А, нет, это просто способность. Она будет появляться сама по себе, когда я буду прыгать со скорлупы, походу, да? Включить ночное видение кнопка В. Добавление признаков способность доступна по умолчанию. Ночное видение. Я вот не знаю, может оно и понадобится, но я пока не буду это трогать. Так-то очень полезная способность. Оружие. Выберите это умение, чтобы активировать его эффект. А скорость перезарядки при использовании пистолета и урон возрастает. Так? Ладно, подождем. Так, вот это мне надо. Умение, ну-ка. Его надо как-то активировать, нет? Да, его надо активировать. Ой, то есть, ладно. Или не надо активировать. Ну, по крайней мере, взять его надо было. Получайте больше деталей для разборки оружия. Максимальный боезапас. Погоди. Тепловизор.
Эксперт по разведке. Выберите умение, чтобы активировать его эффект. За каждого врага, помеченного вашим дроном, минус 10 ускоритель приемов, плюс 40 заработан опыт. Обнаружение ресурсов. На мини-карте появляются значки собираемых ресурсов. Нет. Сенсорный гранат. Технологичный ручной снаряд. Отмечает врагов в небольшом радиусе. Разблокируйте для создания покупки в лавке Марии. Очень так-то полезный навык, но я думаю, пока можно попробовать без него обойтись. Выживание. Пайки до уровня. Создавайте и улучшайте пайки. Скорость восстановления выносливости. Прорыв. Без устали. Так, нет, пока этим не будем заниматься. Шестое чувство. Выберите это умение, чтобы активировать его эффект. Автоматические метки. Погоди-ка, надо запомнить. Неуловимая тень. Выберите это умение, чтобы активировать его эффект. Скрытность. Злом датчиков. Дрон с синхронным выстрелом. Дрон для дистанционного убийства. Нажмите G, чтобы выбрать цель. Удерживайте G, чтобы запустить дрон. Дай-ка мы вот это возьмем. Так, надо его сразу активировать тогда. Блин, где он? Сюда сразу поставить. Только как его активировать? Как использовать эти умения? Блин, я не понимаю. Или они, находясь вот здесь, они сами будут активироваться, пока они здесь находятся. Так что ли? Я правильно понимаю? Ну ладно, проверим. Итак, у меня осталось еще одно очко навык. Поберечь его поди лучше, да? Я думаю, все-таки лучше его побежим, пока это умение, потому что больше я пока здесь не вижу, что мне можно активировать. Нужно, по крайней мере, что мне активировать. Поэтому пока побережем этот навык. Ой, ну это очко навык. Это у нас совместная игра. Вкладка лобби дает вам доступ к совместной игре. Вы можете в любой момент связаться с игроками. Но это мне интересно, я все равно не собираюсь здесь с кем-то кооперироваться. Так, это у нас что? Круг приказов. Ну-ка. Вы можете назначить до 6 жестов для приказа ваш круг общения. А, для тех, кто в лобби, что ли? Также круг общения дает вам доступ к текстовому чату. Не, не интересно. Магазин. А, после релиза в игре будет новый контент. Так, а вот это уже настроит. Погоди, там еще какой-то знак восклицательный был вот тут. Вот. А что я опустил? А, расследование опять же. Ну, выбирайся, каково. А, это вот эти вот все мешают. Дайте сейчас, пока они меня. Тут меня раздражают они. Нет, ничего я заменять не буду пока что. О, решить? У меня была, значит, открыта, погоди-ка. А, вот это было открыто. Где те солдаты в масках, которые. Кто те солдаты, кто в масках, которые убили призрака? Разговор с мэдом Шульцем об ударной команде, которая напала на призрака после крушения вертолета. Ты слышал что-нибудь пропало? Ну ладно, так короче, давай попробуем решить. Решили. И что дальше? Волки, элитный отряд под командованием Уокера. Ну ладно, решено. Все, остальное у меня не решены, получается. Но это понятно, это ожидаемо. Ну что ж, все тогда получается. Можно теперь наконец делом заняться. Экспа. Третий, ну... А, во, опять новые навыки открылись. Блин, я так дальше-то пройду? Нет. Когда-нибудь так, два очка. Но, как всегда, я сказал, мне пока больше нечего активировать. Пока не будем ничего активировать. Ладно, так, чем займемся? Покинуть Эдги? Или давайте сначала пробежимся, да, вот где этот магазин? Заглянем все-таки в магазин. Посмотреть меню магазина. Обучающее задание. Узнайте больше, она держит лавку в Эдгине. Ну давай-ка обучающее задание посмотрим. Ну чё, почему так долгие прогрузки, а? Ну что, начнем экскурсию по Эдгину?
Мы зайдем в сувенирную лавку? Конечно. Че это? Детишки. База ВМС закрылась много лет назад. Откуда здесь дети? Откуда дети берутся? На этом острове живут уже три поколения. Хераси. Скажу тебе честно, вам, солдатам, здесь не место. Не страшно за детей. Но мой муж патриот до мозга костей. Так что мы вас не бросим. Если нужны припасы, там, блин, не дочитал. Можешь разместиться с ребятами вон там. Где? Покажите. А, вон где. Захочешь походить, тебе нужен сержант Роуэн Браун. Он служит в армейском спецназе. Роуэн специально выискивает этих элитных бойцов, зовут его себя Волки. А он любит их что-то там. А в оперативном центре мы решаем вопросы снабжения. Мэтс в основном торчит там. Еще здесь есть инженер из Скелтек. Джерико говорит, на одном из островов какая-то проблема. Пойдешь туда, не забудь позвать друзей. В общем, еще раз. Мы вас точно не подведем. Но и вы тоже лучше не подставляйте нас под удар. Ну уж не знаю, только получится. Ты ведь понимаешь, мы и так уже подставились. Но не волнуйся, я сделал все, чтобы вас защитить. Зря ты это обещаешь. Надеюсь на это. Прошу прощения, я отвлекся. Было. Ладно, так, тогда значит, что у нас получается? Ну-ка давай заглянем еще раз в магазинчик. На этот раз не общаться с ней. Посмотреть меню магазина. Магазин. Что у нас в этом магазине? Ну, выбирай. Что-то у нас имеется. Ладно. Купить. А мне за что покупать? У меня вот это вот денежка, да, получается? 51 545, да? Сильная дача, хорошая дальнобойность и удобство переноски. ТММГ какой-то. Скорпион. Нет, я так-то оружие пока менять не буду. Вот это что, продать? А, я могу продать, да? Но вот это мне не нужно, по сути. Давай продадим. Или не надо продавать. Или продадим. Нет, я думаю, пока ничего продавать не буду. А купить там мне что надо. Давайте защита что-нибудь возьмем. Это, я так понимаю, лучше, чем то, что у меня есть, да? Это лучше моих перчаток. Которые у меня уже имеются. А почему вот эти дороже, вот этих, когда они одинаковые вроде бы? Лисовая шапка какая-то. Жилет. Армейский берц. Штаны дайвера. Дайвера. Ладно, давайте все-таки возьмем, наверное, вот эти... Перчатки возьмем. А я взял? Вроде взял. Возьмем штаны вот эти. И вот эти ботинки. Так, ладно, давайте сейчас выйдем теперь и посмотрим, что у нас там снаряжение. Не появились, да? Блин. Вот они, перчатки сейчас заменим. Брюки заменим. На штаны дайвера, блин. Он сейчас пойдет так стрёмно будет выглядеть, я думаю. Совсем не по-военному, да? Да нет, вроде бы. Странное дело. Я вроде бы... Штаны дайвера эти как-то они не отобразили совсем никак. Но они вроде одеты. Что это за красная точка? Непонятно. Ну ладно, в любом случае... Теперь куда пойдем? Здесь у нас кто? А, это у нас этот больной. Здесь ничего интересного, так понимаю, нету.
Там тоже ничего интересного. Война призраков там... Нет, мы ей интересоваться войной призраков не будем даже. Это вот наш лагерь, да? Так что ли? Ладно, пойдем там вниз, там еще надо со всякими поговорить личностями полезными. Лидер фракции, нет, пока с ним разговаривать не будем. Здесь у нас что? А где эти люди, о которых она говорила? Это тут? Ну-ка, на карте я могу их увидеть? Че, я на карте их не могу увидеть, что ли? Блин. Где эти личности, о которых речь шла? Может, надо подходить тут каждому? Нет, нельзя подходить. Так, ладно, эти будем считать, что они мне не нужны. Так, что там было? Открыть список задач. А, это здесь вот. Список задач у меня еще отображается даже так. Тут он странно бегает вообще, я вам скажу. Куда это мы сейчас поднимаемся? Здесь нет ничего интересного. Блин, ну даже через эти перепрыгивать тоже не может. Я привык в других играх, там куда ни залезть, блин, перепрыгнешь везде. Здесь что-то нельзя так сделать. А, ну-ка, ладно, давай сейчас в лагере заглянем, посмотрим, что там в лагере тогда. Ну там, кстати, что за значок? Допади задание значок. Отдых в лагере. А, не, не, здесь нет ничего интересного. Ладно, раз мы тут не находим больше ничего интересного, тогда, наверное, займемся заданием. Каким? Ну, конечно же, вот этим заданием займемся. Покинуть Эдген. Давай покинем Эдген. Хотя вот он значок все-таки. Надо поглядеть, что это за значок. Он близко довольно. Блин. You heard from Samuel? Not since last week. I'm sure everything's fine. Fine. Last time I saw him, he was stomping through here like a goddamn hurricane. Well, that doesn't mean anything. Ну ты что сейчас делаешь? Couldn't help but overhear. Я случайно услышал. Вам не нужна помощь? We're not sure. Точно не знаю. Наш друг Сэмюэль пропал. Поселенец? Раньше был. Потом решил жить сам по себе. По-моему, не такая уж великая потеря. Он любит есть то, что поймал сам. Говорит он, что так он становится ближе к природе. Шкуры и останки мяса приносят в лагерь и ничего не берет взамен. Что-то я не понимаю. Он же способен сам о себе заботиться. На прошлой неделе он проходил сюда и орал что-то про людей Сентинелла, что они унесли пару оленей, которых он поймал. Сломали ловушки, а потом на этой неделе не пришел. Сэмюэль всегда был вспыльчив, но в последнее время у нас, если скажешь что-то не то или не тому, ну ты понимаешь. Что за вспышки освещения такие? Проблемы с освещением какие-то. Я понял. Кстати, а где он обычно ходит? Обычно к юго-востоку от мангрового сада, к северо-востоку от залива Гайер. Постараюсь его найти. Отлично, спасибо. О, персональный ад. Так, пометить. Поиск локации. Т. Используйте доступные разведанные, ищите подсказки для прохождения точки задания. Нажмите, чтобы уменьшить масштаб и найти нужную область. После того, как вы найдете нужное место на карте, нажмите LKM, чтобы поставить маячок. Вопрос. Так. В регионе Тонущий край. Где у нас Тонущий край?
Где у нас тонущий край? А, вот тут тонущий край. Тут у меня уже две задачи, получается, находятся, так? На полуострове к юго-востоку от мангрового сада. А где у нас мангровый сад? Тут, блин, все по-английски, я не знаю, как их определить-то. Эти надписи, они на английском все. Это надо мне исследовать, получается, эти места самостоятельно. Нет, погоди. Б. Доступные задачи. Осмотреть место, где были найдены. Так, уничтожить северную ферму, уничтожить машину. А тут для каждого региона свои задачи доступны, да? Ой-ой-ой, как все сложно и непонятно. Ладно, пойдем тогда. Где у нас основное сюжетное здание? Вон там, 155 метров. Как там пройти туда? Управление метками. Блин, это ерунда. Как-то вон там надо пройти, да? А, это мне надо, наверное, выйти через пещеру вон там, в том месте. Ну ладно, давай выйдем отсюда. Этот интерфейс надо включить или пока не надо? Пока не надо. Как-то он медленно вообще бежит. А это что такое? Может, оружие какое? Нет, тут нельзя воспользоваться этим местом. Это фигурами. Там опять какие-то игроки. Что-то дофига здесь игроков, я смотрю. Стоп, погоди. Блин, подумал, это женщина. Хотя, фиг его знает, здесь не поймешь вообще. Все, выходим. Все-таки меня эта шапка его смущает. Режим навигатор. Для этого, до этого момента вы пользовались игровым навигатором. Значки задания отображались в интерфейсе. С этого момента навигатор по умолчанию будет выключен. Вам нужно будет самостоятельно искать путь к цели. А, спасибочки, блин. Чтобы ускорить прохождение, вы в любой момент можете вновь включить навигатор. Ну, давайте его включим, пусть будет включен. Я не хочу долго мучиться искать. Так, задача выполнена. Вышли мы, короче, отсюда. Давайте возьмем автомат. Добраться до фрипорта. Фрипорт расположен на северной части. Так, погоди. Где у нас? О, там мне вот до сюда надо добраться, да? Ну ладно. Так, это что такое у нас? Непонятно. И не будем отвлекаться на это. Ладно, тогда значит что получается? Мне надо ехать сюда. Тогда может сначала вот эту задачу попробуем выполнить. Ежедневно. Блин, ну здесь так-то желательно вот сюда бы лучше пойти. Здесь поискать все эти. Места, только я не знаю, блин, по-английски я их не шарю. Так, смотреть место, где были найдены армейские жетоны. В северной части региона Тонущий край. Это где-то, блин. Ладно, давайте попробуем все-таки. Для кого? Какого фига? Попробуем все-таки заняться грузовиком тогда по пути к основному сюжету. Вот, так сейчас быстрее бежит. Или что, может на вертолете сядем? А почему нет? Интересно же, как тут вертолетом управлять. Нет, не как пассажир управлять. Давайте попробуем вертолетом поуправлять. Так. Погоди, мне надо сначала метку тогда поставить, чтобы не заблудиться. А где она находится, метка? В какую сторону она летит? Вот в ту сторону, да? Так, погоди, а как управлять-то? А где сейчас еще раз сядем, появятся эти значки управления. G, свет, танкаж. Посмотреть назад, скорость. О.
полетели в ту сторону. Как-то управляется оно не очень, мне кажется. А как тут вверх, вниз? Ее непонятно. Это я сейчас вниз лечу? Или вперед просто лечу? Так, погоди, а там надо где-то мне теперь надо место искать? А как вниз опуститься? Блин, что-то мне не нравится это дело. Открыт регион. Регион открыт. А, это вот этот регион открыт у меня, да? Ладно, в любом случае, мне, блин, надо теперь придумать, как сесть. Посадить себе драндулет-то свой. Блин, это я назад сейчас полетел. Может на контур? Вроде бы я сейчас опускаюсь вниз. Мне главное, чтобы еще меня и не сбили. Вот что еще главное. Эй, разворачивайся. Где-то вот тут надо, блин, где-то тут надо приземлиться. Ай, зараза. Я уже пожалел о том, что вертолет взял. Ни хера не понимаю, как бы тут приземлиться где-нибудь. Хоть где-нибудь, блин. Ну чё ты не приземляешься? Эй-эй. Так, вроде как бы я снижаюсь, да. А, во-во-во-во-во. Во, как надо приземляться. Погоди. Зависнем тогда сейчас вот на этом месте где-нибудь. Где-нибудь вот здесь вот, да. Во, все, я понял. Просто ничего не нажимать, кроме контур. Ой, тут меня сейчас атакуют. Все, меня атакуют, сейчас приземляемся. Шустренько приземляемся, все, выходим. И убегаем, 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 убегаем. А то меня сейчас тут убьют. Вот он, я так думал, что здесь будут враги. С вертолета, блин. Ну-ка. Вражеский вертолет. Я могу его? Нет, не могу. Блин, я походу не могу его сбить сейчас. Погоди. Ой, я не попадаю. Кого-то я там попал. Что, он разбился? А, не, он, сука, они еще живы, блин. А, сразу, я уже жалел, что вертолет взял. Где он? Оу, так. Я встрял. Блин, я встрял, короче, в неприятности. А, погоди, 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 погоди. Где они? Где кто? О! Блин, откуда вы беретесь? Я не понял. Я вас не вижу вообще, ни о кого. Я кого, никого не вижу. Где кто? Как тут вообще играть-то в это, если я не вижу противников? Ну что, совсем слепой? Где-то отсюда же стреляли. Блин. Вот зараза-то какая. И они еще меня из виду не теряют. Зато я их даже найти не могу до сих пор. Вот, так, один есть. Что, еще живой? Сука, на тебе. Во время прицельной используй Б для смены режима прицельной. Х для смены режима стрельбы, В для смены подствольника. Погоди. Где? Не, это оттуда. Вот он ты где. Вот ты где, сука. Блин.
Так, а у меня здоровье само восполняется, так что ли? Где кто еще откуда стреляет? Блин, я вообще не вижу никого. Во, а там кто-то был. Так, я не побуду, это надо, он за машиной стоит. Блин. Где еще кто находится? Я не вижу больше никого. Как это... Как так еще можно, а? Погоди, это что сейчас было? Там что? Во! Он там завис, походу, просто. Где-то кто-то еще живой. Но я не вижу никого. Я никого не вижу. Где-то в той стороне он. Судя по звуку, где-то в той стороне. Но я не вижу. Ладно, придется рискнуть. Альт, чтобы включить камеру через плечо. Непонятно. Ладно, давай попробуем подойти ближе. Тут и вертолет еще. Вон он, где-то. Вот и здесь, да? Вот он ты где, зараза. Так, погоди-ка, мне надо. Где вертолет? Вон вертолет. Вражеский вертолет. Погоди. Блин, оружие сменим. Попробуем сейчас это. А, он мертвый, да? А пилота я могу сбить? Грохнуть пилота. Могу, нет? Блин, сука. Куда он делся? Вон он. Блин, я не могу его. Ах ты ж зараза. Такая. Как бы тебе... Он в этих кустах прячется, я не могу в кустах в этих в него попасть. Мне надо как-то пилота попробовать сбить. Можно это? Нет? Возможно? Нет? Блин. Вроде бы попал в кого-то. Но в кого я попадаю? Блять. Этот вертолет меня бесит. Как с ним можно воевать таким макаром? Блять. Ну, зараза. Ладно, фиг с вами. Грузовик, надо его что, доставить не надо, да? И что теперь я должен сделать? А, уничтожить грузовик. И как же я его должен уничтожить? Разобьем пока на вертолет. Как же я должен уничтожить? Погоди, С4 может заложить? Где у нас задача вообще? Где у нас задача находится? Список задач. Уничтожить грузовик. Поселенцев их, на их, их пути снабжения можно защитить от Сентинела, который решил взять Эдгин в блокаду. Сентинел перевозит оборудование для связи. Нужно уничтожить Тарас, пока противник не развернул очередную станцию наблюдения. У меня есть чем уничтожить? По идее должно быть чем уничтожить. Вот, например, заряд С4. Так, а как его применить? На G, да? Давай попробуем на G. Все, теперь убегаем. И взорвать, может быть, так? А, еще раз чик взорвать. Эй! Блин. Надо удерживать, может? А,
Ага, точно. Все, задание завершено, надо было взорвать, правда. Отлично, это задание завершено. Вам понравилась задача? Во, блин. Ты, вертолетчик гребаный, мне хана. Мне хана, да? Где он, вертолет этот? Их там два теперь вертолета. Как я должен их грохнуть? Мне надо вот того вон грохнуть, блин, который зависнет где-нибудь на месте. Я же вот вроде попал. Во, эй, отлично, я сбил. Так, где-то еще один был. Только не вижу где. Так, блин, вот эта фигня мне висит. F9. Ладно, нажмем F9. Понравилось, типа, да. Не, ладно, что, можешь сбегать туда? Кстати, а где мой-то вертолет? А, вот он, мой вертолет. А, нет, это не мой вертолет. Мертвы. Тот разбился. Ладно, тогда что у нас там дальше по задачам, раз с этим мы справились? Вот что такое тут сверкает. Что тогда дальше-то еще надо сделать? Ну, сюда и лететь. Давай сюда прилетим все-таки тогда. Мне теперь надо понять, где у меня мой вертолет. Может, это мой вертолет? Так, перезарядиться надо. Да, вот это, походу, мой вертолет. Теперь мне главное, чтобы меня не сбил никто. Хотя вертолет этот уже покоцанный, судя по всему. Так, летим мы в ту сторону, да? Давай повыше поднимемся. И полетели. Еще мне надо добраться до фрипорта. Фрипорт расположен... Ну вот я, наверное, все правильно делаю, раз там точка это указана. Только где здесь маяк? Я не вижу никакого маяка. А, вон он маяк, да. Ладно, сейчас только там надо мне место найти, для посадки. Там враги есть? Нету? Вот что вопрос. Ладно, давай-ка мы тут где-нибудь сейчас и приземлимся. Приземляйся. Главное, на дерево не сядь. Вот как раз на дерево и летишь. Все, вылазим. Отлично, так. Возьмем сейчас другой автомат. Оружие. Так, теперь мне надо бы как-то поосторожнее быть. Мало ли, вдруг тут враги есть. Я никого не вижу. Что за крики? Это чайки так кричат? Я так понимаю, да? Так, я никого не вижу опять. Это нормально, что я никого опять не вижу? Здесь нет никого, что ли? Или это я после как всегда слепой? На всякий случай будем осторожно идти. О, птичка. Можно ли ее сбить? Нет, не будем. Так, это вот это маяк, да? Это маяк. Какой-то кокос подобрали. Кокос на земле валяется. Когда нет пальм рядом. Это странно. А, о, там люди. Враги нет, интересно. Нет, судя по всему, это не враги. Да? Это же не враги мне? Надеюсь, нет. Ну ладно, тогда давай проверим. Добраться до фрипорта? Ну да, мы добрались. Теперь что, сейчас какая задача будет? Поговорить с поселенцем? Ну да, это вроде не враги. Давай сейчас зайдем в дом. Посмотрим, что тут у нас... А, даже в дом заходить не надо.
Что это у нас такого полезного там будет? Кепка. Вот, давай лучше кепку оденем. Она хоть поприличнее выглядит, чем эта стрёмная херня. Все. Хоть теперь-то я буду поприличнее выглядеть. А то в этой фигне какой-то, блин, даже противно, стыдно было находиться. А здесь у нас что? Кредиты. Ладно, давайте поговорим с поселенцами. Ты кого это? Я тебя не трогаю вообще. Я вас не трону. Меня прислала Шульца. Вы не похожи на поселенцев. Ну, я работал, работаю с Скелтек. Мэтс мой друг. Когда пошли эти аресты, он помог нам выбраться. Зачем ты здесь? Мой вертолет прилетел сюда с военного корабля. Он в километре 20 отбил. Я могу доставить вас на борт. И вернусь сюда с подмогой. О, это намного лучше, чем плыть на лодке до самого Окленда. Чё ты сомневаешься, что мы сможем уйти? А где вертолет? Я как раз выясняю. Спрятан где-то. Морис Фокс, это моя дочь. Хармони. Приятно познакомиться, я Намар. Знаешь, мы видели одного вашего, он представился Хиллом. Джозайя Хилл? Джозайя Хилл? Он здесь? Нет, он помог нам уйти от Сентинелла, но его ранили. Не, не очень сильно. Он остался у старой рыбацкой хижины, сарая. Я, кажется, даже знаю, где это. Заберу его на обратном пути. Ого, как будто мы сможем сейчас добраться до корабля. Как будто нам дадут сейчас. Дроны. Дроны вот эти. Ага. Все. Сейчас подиха на лодке будет. Точняк. Все, никуда вы не уйдете. Вот так вот все. Какой вот облом. Ребята, поговори с поселенцами. Поговорили. Подкрепление, все в укрытии. Убить всех врагов внутри периметра. Внутри периметра? О, у меня враги появились. Ладно, сейчас вам всем хана будет. Или мне хана. Кого знает тут как получится. Эй, у меня патроны закончились, я даже не перезарядился. Так, ладно. Блин, погоди. Погоди, не убивайте меня, ребятки. Так, где еще кто? Где-то вон там еще кто-то. Так, вон там еще кто-то. Эй! Ох ты ж, сука, отступите, я отступилю сейчас. Меня ранили! Мне хана. Эй, сейчас. Активит режим железная хватка. Z. О, я активировал, но меня сразу же убили. Эх, шутеры, это не мое. Это мы знаем. Ладно, давай начнем заново. Пофигу. Я здесь. Мне еще опять поговорить с поселенцами надо? Блин, а нафига. Так, пойди-ка, сделай-ка мы вот так вот. Так, ну там поселенцы. Хотя, ладно, давай поговорим с поселенцами заново. Или нет, погоди. Он там что-то есть полезное? Да погоди ты своим, плиз. Там, интересно, можно будет пропустить этот разговор, нет? Автомат. МК-17. Погоди, что, хотите сказать, что он лучше того, что у меня уже есть? Чем он лучше? Ну-ка. Так, это у нас спецснайперка, это моя. Ну ладно, попробуем с ним походить. Посмотрим. Ладно, так, мне сейчас волнует вот что. Это можно пропустить этот разговор, всю эту трепотню?
I'm not gonna hurt anyone. Mad Schultz sent me. You don't look like homesteaders. Well, I work. Можно. I work. Так, теперь ладно, значит, надо воевать. Будем воевать. Давай-ка присядем. Everyone take cover. Где-то вон там. Так, есть. Где-то он там еще. Так, минус один. Блин, попасть не могу. Попасть не могу. Сука. Да сдохни ты. Вот так вот почти. О, есть. Так, есть где-то еще он там. Так, где-то там еще. Блин, короче, активируем это. Эй, нифига не активируем. Эй, вы меня не убивайте опять. Так, ну ладно, сейчас уже лучше получилось, но я все равно покойник, походу. Убить. О, все, я убил всех. Ха-ха. Поговори с Фоксом. Фух, я справился. На этот раз не расти. Получше получилось. Тогда-ка я соберу боеприпасы. Так, собрал, есть. А это. Ой, еще и автомат взял. Какой-то. Патроны. И бронежилет. Отлично. Там есть что-нибудь у нас полезное? Там у нас ничего полезного нету. Так. С Фоксом. Фокс туда убежал. Угу. Давай-ка сейчас глянем, что я там взял. И снаряжение. А, нет, они ни один не лучше того, что на мне сейчас есть. Вроде бы. Я вот в этих вот характеристиках их не разобраться не могу. Но он лучше вот этой. Но вот эту мы не будем менять, снайпер. Пусть это будет моя снайперка. Не знаю, правильно ли так название. Название у нее. Так, еще раз, погоди. Бронежилет же где-то еще был. Так, а вот бронежилет вот этот надо одеть. Ага, так, обувь. Вот эту обувь тоже одеть надо. Ладно, побежали, поговорим с этим. Дядькой. What the hell was that? Что это было? Give me a minute. Подожди секунду, господи, эти люди. My God. Чего ты так паникуешь? Ну, сдохли люди, что сделать? Видимо, это новая охранная программа. Ох, ты ж ёшкин кот. Я думаю, пока она работает, с этого острова не уйдет никто, да и приплыть не сможет. My guess is nothing could come to or leave this island as long as it's on. Верно, так мы вертолеты подбили. Я хочу домой. Малыч, что хочешь? Фиг тебе домой. Сиди здесь. Послушай, собери всех этих людей и уводи их отсюда. Помощи не ждите. За вами никто не придет. Бегите отсюда, бегите в Эдли. Ладно, да, я понял. А ты с нами, ты-то с нами? Нет, я думаю, я начну делать. Я пойду за моим другом. Здание, где вы его оставили, может, что-то было. Это наша точка обзора. Удачи. Ну что ж. Поиски Скелла вы сможете продолжить в полной версии игры. Сейчас вы сможете исследовать мир, искать добычу в лагерях и выполнять задания фракции. Во как. Значит, все, сюжетка у нас типа сейчас закончилась. Из-за того, что это всего лишь демо-версия. По сюжетке, я так понимаю, мы больше не можем продвинуться, да? Давай проверим. Это вот мои задачи. Задание. Операция Гринстоун. Ну все, значит, дальше мы пока не можем пройти, да? Ну что ж, это вполне ожидаемо. Значит, теперь у нас остается только просто исследовать мир, вот эту карту исследовать, выполнять всякие дополнительные задания. Так, вот знак вопроса тогда пометим. Сюда слетаем, пойдем. Или сплаваем, или не знаю. Ну, этим мы и займемся. Будем тогда исследовать этот мир в оставшееся время. Сколько там у меня осталось времени? Ну, думаю, еще одно видео, может быть, еще и сниму. Следующее. Не знаю, о чем там дальше снимать.
Что дальше тут делать? Не исследовать же мир. Хотя можно будет потом исследовать все-таки этот мир, посмотреть, побродить где-нибудь там. Какую-нибудь задачу попробовать выполнить. Наверное, в следующем видео я попробую сюда слетать. Все-таки найти эти доступные задания, какие там у нас. Вот это место, где были найдены армейские жетоны. Найти Сэмюэля, пойди попробую. Может даже вот эти два задания еще. Хотя навряд ли. Хотя я сомневаюсь, что получится мне их найти, но да ладно. Ну а сейчас, думаю, на этом мы и закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось. Подписывайтесь в виде продолжения. И до свидания.